Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Zodi на аппарате Kingdoms of Amalur: Reckoning. Я решил все-таки поискать эту арену, я ее нашел. Нашел с трудом, оббегал здесь все, нашел парочку локаций, где еще не был даже, и прибыл в какой-то дом доблести. Только что поговорил с этим человеком, и как раз оказалось, он и зазывает нас на арену. The crows need a leader. Well, as I said, the arena needs another fighter to start the next match. What do you say? You look like you could hold your own in a fight. Да, окей. That's the spirit. Your first opponents will be Remus Bloodhawk and his marauders. Your team's да already waiting for you in the gladiator pit. Head down the walkway when you're ready. Вниз по дорожке, да? Окей. Ага, здесь все-таки. Кстати, напротив этого мужичка есть дом, который называется Дом Чемпиона. Возможно, если мы победим всех на арене, мы получим его в качестве своего жилища. Well met. So you're the new leader. You should brace yourself if you haven't already. I look forward to seeing. Let us know when you're ready. You'll have to decide which of the. Let one of us know when you're ready. Так я готов. You'll have to decide which of the three of us will fight with you. Very well. Lead the way. I'll see you out there. Стоп. По-моему, он сказал, ты так пропускал, а он вроде сказал, тебе придется выбирать, кто из нас, три из нас, в общем, будет сражаться рядом с тобой. Разбойник, Ремус, Кровавый Ястреб. Newcomer, do you have any next of kin? I wish you good luck. А, нет. But I don't expect you'll be back. Well met. Ну что ж, пойдем сразимся. Welcome one, welcome all to Valor Arena. Today we have the crows testing their worth against Remus Bloodhawk and his marauders. Ну то что, противники, что ли? The entire team moves up in the championship. They'll be on a path to face the Lords of Valor. Have at it, warriors. Еще одна стрела. That's the match, ladies and gentlemen. The crows made it out alive against superior numbers. With crows like these, there's no doubt it's going to be an interesting tournament. Ого, сколько народа. Ох, вспоминаю Обливион. Там тоже на арене любила посражаться. Ну окей. Impressive. И сколько же раз мне придется так вот сразиться, чтобы стать чемпионом? Надеюсь, будет не очень долго, потому что надоест. Greetings, Wander. I'll admit I didn't expect you to come back. Here's your money for the match. Oh, and one more thing, Gladiator. Jokul Fangard mentioned he would like to speak to you in the gambling den. I wish you well Jokul. In and out of the arena, Gladiator. Так не понял, это что, все? Блин, я опять хочу сразиться. You're done here for now, warrior. We'll see. Until then, you'll find Jokul waiting for you. I wish you well in and out of the arena. Блин, придется еще и бегать туда-сюда. Ну, так нечестно. Я думал, просто буду сражаться как боец. I'm heading to the stands as soon as I finish this ale. Amazes me as she hasn't fallen down yet. Танцульки. Так, кто там? Ты меня хотел видеть? Don't worry. I don't plan to take too much of your time. Just want you to know that I hope you'll keep fighting. The way you dealt with those fools in there, I think you could truly make at any rate. Это все понятно. Пустите меня на арену дальше. Так, что он нам дал? Нет, лук мы находили раньше. Вот что он нам дал, как выглядит. Выглядит прикольно. Давайте пока оставим, возможно, сет целый соберем. Ну, чисто из любопытства, как будет потом выглядеть, чтобы посмотреть. Плюс 10% бонус опыта у него.
Где мы успели взять это все? Так, где я в мусор выкинул был? Вот эту шапочку. Давайте ее возьмем все-таки. Я хочу посмотреть весь сет. На рукавников нету. Ну, так, скажем так. Нечто такое. Не то, что прям некрасиво, но как-то вот эти вот наплечники огроменные. Я не знаю, как в них можно вообще двигаться. Как мне не мешают вообще руку поднять? Как можно поднять руку, занести руку с оружием, когда на плече вот такая огроменная, наверняка тяжеленная бандурина? Кто придумал такое носить? Я бы не смог. И что мы получили из предметов? Или ничего не получили? Странная печать была найдена в южном проходе. В южном проходе. Хорошо, хоть не в заднем проходе. Так а что я должен с ней сделать? Опять-таки предмет, который я не могу никак выкинуть. А что там он про спорт, спонсорство говорил? Окей, понятно. На нас делают ставки. Все понятно. Нас спонсируют. И на нас будут зарабатывать. Да не хотелось с тобой говорить, я хотел ускориться. Ага. Здесь не пройти. Неудобно, что на одной кнопке. И разговор, и ускориться. Так, теперь, видимо, мы можем выбрать, кого возьмем с собой в бой. Я бы хотел мага. А хотя нет, почему мага? Пускай кто-то танкует. Действительно. Стоп, что здесь? Понятно, всякая фигня низкого качества. Here we go again, folks. Today's match pits the Crows against the renowned Bodine Borg and his research team. Let's see if arcane theory can best cunning and experience. Блин, вот это противное самое заклинание. And so Borg and his band are defeated. Perhaps there's more to the Crow's new leader than meets the eye. Speak to Jakin to receive your rewards, gladiator. Само собой. I'll have your back out there. Надеюсь, теперь мы сможем сразу же продолжить сражаться. Нам не придется опять бегать, брать у кого-то задание. Are you ready for another match? So you're good at manhandling magicians as well. Good. Let's see how long you can keep this up. Here's your money. You deserve every coin. And let me know when you're ready for the next match. You're up against Brogan and so is Brogan Adair. And his team of, and so is Brogan Adair. I hope you remain well, gladiator. Так, отлично, давайте для начала повысим уровень. Что нам здесь может понадобиться, даже не знаю. Нам ничего уже не нужно, в принципе. Давайте по максимуму. Убеждение. И что, не знаю, да можно что угодно наугад, в принципе. Что мы там получили? Рукавицы Орландо. Насилу, к сожалению, да? Плюс 18% здоровья. Очень даже неплохо, но на силу нам не подходит никак. Давайте сохранимся.
Так, где мой танк? Our next opponents are highly trained. You take them. I'll meet you out there. There will be no mercy out there. Give no quarter. Мне обещали невероятно сильных противников. But there's no trick error in Team Brogan's quiver. Let the battle begin. Это живучий, посмотрите. Даже очень, вообще живучий. And the pro streak continues, ladies and gentlemen. This is turning out to be a very exciting tournament indeed. Gladiators, speak to Jakin to collect your rewards. Так, этого я облутать не могу. Хотя что с него может выпасть? Хорошее, ничегошеньки. Не, ну это было несложно. Это было совсем просто. Ему чисто количество очков жизни добавили. Черт знает сколько и все. Are you ready for another match, Gladiator? Looks like you're starting to make an impression. Fans have been. I've heard a rumor your fights are moving a lot. Except Jokul, perhaps. He left me these to give you. Oh, and this is exciting. The champ. I hope you remain well, Gladiator. Окей, что там нам нужно? Поговорить с Джакином. Нет, что-то другое он сказал. Как Джоклин или кто? Ну, видимо, в задании этого не показало. То, что необходимо встретиться с бывшим чемпионом. На силу. Блин, ну почему на силу дают? Ну ладно. А где же он находится, этот? Ну, наверное, дома у себя или нет? Нет? Ну нет, так нет. Искать его, бегать я не собираюсь. Champion wants to see you at the manor. If I had to guess, I'd say he's going to try to steal you from Vigor. His team hasn't had a new member since he became champion. So you'd be the first. Look at you, really climbing the ladder. Head to champions. I wish you well in and я же только что оттуда, блин, ну так нечестно. Неужели здесь можно еще выбрать, с кем сотрудничать, а? Так, все, с тобой уже не хочу я сотрудничать. О, давай посидим, выпьем, поговорим. Good. You're here. Welcome. I'm your grand champion. You're doing well. The fans love you. I love you. You're making this arena a lot of money. But you put me in a bit of a fix. There have been some fairly well-to-do people betting against your success in the gambling den. Ну еще бы. Now, some very important clients of mine are staring down a mountain of debt. And I want you to help us fix this. И что же ты хочешь? I want you to fight a match alone. Advertising that handicap will generate bets against your success. You'll win, of course. And I'll win my money back. А мне что с того? Make no mistake. It'll be an easy match. I'll make sure of that. I just need you to tell Jakin you'll agree to the match. You do this for me, and I'll pay you double for the fight and bring you onto my team. No more scrapping with figures. Нет, я на это не согласен. Просто это будет нечестно. Watch your tongue, warrior. Believe me, I'm an enemy you don't want to make in this place. I'll let your opponents know you're thinking on it. If you want to continue to fight in this tournament, you will represent the Crows alone against Mad Dog and his mad men. Отвали. Мы с тобой еще увидимся на арене. По крайней мере, я на это надеюсь. Я не хочу вести нечестный бой, вот эти вот заказные все бои. Hello. Да, отвали от меня. Are you ready for... Gladiator, just in time. Your next match just came in. Почему в одиночку? Yes, you're fighting individually again. It'll be tough to fight without your teammates. You've pulled yourself out of rough situations before. Head down to the pit when you're ready. Good luck again.
I wish you well in and out of the arena. Скотина, все-таки заставил меня в одиночку сражаться. Что-то он там, видимо, сделал. Ублюдок. Ну ладно, один так один. Не страшно. Welcome, ladies and gentlemen, to Valor Arena. We have a special treat for you in this next match of the tournament. At the champion's request, the leader of the Crows has agreed to fight the man alone. Let's see if the most promising gladiator to date can defeat one of the arena's veteran teams. Сначала вынесем слабых. Откуда они спавнятся, блин? Что за фигня? Так, сначала вынесем разбойников. Оп. Блин. Ладно. Не ожидал? А я вспомнил, что у меня щит есть. Эй, что за фигня? Я ему не наношу урон. Это что, подстава какая-то? Я ему урон не наношу вообще. Что за... Посмотрите. Так, походу здесь что-то нужно сделать. Походу подстава. Может, что нужно сделать, блин, не понимаю. Я ему тупо не наношу урон вообще. Если так, может быть, в этом вся фишка? Скорее всего, так и есть, да. Смотрите. Но очень мало урона я ему наношу. Очень мало. Хватило бы только режима этого, чтобы еще опыт получить за него. Хватит. Crows have a formidable leader. Speak to Jaqen for your reward, gladiator. В общем, вот зачем спавнились постоянно разбойники. Сначала мне это не понравилось, как бы нечестно спавняться и так далее. Но потом вот я все-таки допер. Это же для того, чтобы мы могли набить свой режим возмездия. Всю шкалу заполнить. Так что даже разумно все сделано. Ставки наверняка были против нас. А мы наоборот чемпиону подосрали-то. А что ты хотел вообще от нас? Looks like I bet correctly. That was a well-fought match, warrior. Ладно, окей. I'd be surprised if anyone was betting against you at this point. You just chewed up three veterans like so much cud. Here's your share of the fight money. The champ sends his regards along with the coin. He says he wants to see you again. Also, Jokel sent these greaves your way. I guess he's been... I hope you remain well, Glad. Посмотрим, что за наголенники на силу. Да что вы мне на силу даете? Ну, блин, ну нечестно так. А как начать следующий бой? Да не хочу я с чемпионом разговаривать, ну блин. Слушать его бредни вот эти вот. Мне это неинтересно. Дайте мне возможность сразиться, блин. Так, that давайте промотаем по-быстрому. Of course. Underhandedness is what the arena and you not no harm. Мне все равно, что он там говорил. Меня это абсолютно не интересует. Я пришел сюда сражаться, а не слушать, как там чемпион
меня боится. Your next opponents are Holden Lafayette and the Vipers, a team with eclectic strength. Holden's team has fighters from almost expect both ranged and up close fighters. Are you ready for the match? Еще бы. Head on down. Stock up on supplies, or I wish you well in and out of the arena, Glad. Так, сохранение прошло, это хорошо. I'll have your back out there. Так, мага взять. Ну ладно, давайте возьмем опять-таки танка. Don't underestimate the Vipers. Of course, lead on. Time to kick their teeth in. Ну это будет бой сложный, видимо. Два ряда бойцов. Here we go again, folks. Разносторонний маг Today's есть. Match pits the Crows against Holden Lafayette and his Vipers. Let's see how the Crows deal with the Vipers' eclectic lineup. Да, кувырок, давай. Долблю по кнопке, она не хочет кувыркаться никак. Она тупо не хочет кувыркаться. Давай же, эскадрилья лафает. Ну как он это делает, блин, прям сквозь мои атаки? Почему я так не могу? Да нет, неприятности не у нас, а у волшебников этих. Блин, вот это самое противное заклинание. Это тупо читерство использовать это заклинание. От них невозможно увернуться. Ну, разве что случайно. Да блин, догнать его не могу. Чтоб дорубить. Да блин, я застрял. Один остался. And that's going to do it, folks. Looks like variety and surprise sorcerers did not a winning strategy make. The crows are victorious once again. Вот что мне не нравится в этой игре, то, что все NPC бессмертны. Ну, то есть, к примеру, сейчас я не могу тупо прийти и убить его чемпиона, хотя именно это я хотел бы сделать. Неважно, как это было бы сложно, но сейчас тупо пошел бы и завалил бы его нафиг. Greetings, Wanda. Hey, ease off the grim look, okay? I'm not the one who let those sorcerers into the fight. Дайте мне мои деньги, мать вашу. And Jokel left you these. You got a moment before your next match? Take a rest. It won't be for a moment yet. Magnus was hoping you could meet him behind the stairs in the market. He stressed that it is imperative you be there. The champ wanted to see you again, Gladiator. Опять этот чемпион, он меня тупо заколебал. Меня уже задолбало вежливость джентльмена. Круто, опять-таки на силу. Вы что, издеваетесь, что ли? Он меня реально задолбал уже. А там по-любому ловушка. Я пришел сюда сражаться на арене, а не вот эти интриги все распутывать. Реально, скоро тупо брошу нафиг это дело. Потому что это тупо неинтересно. Походу, я вообще не туда бегу, куда нужно. Так, блин. Ну, это смешно. Боец арены бегает, тут интриги распутывает. Я бы стоял бы рядом с ареной и все, и ждал бы. Не пускают, ну не надо.
начнется бой, пусть я сам залезу в бой. Вот этот вот бегай, ищи там, поговори с тем, если я не хочу, блин, разговаривать с кем-то там. С Магнусом этим долбаным. Здесь ловушка, по-любому ловушка. The champion's not here, gladiator. And if his plan worked, your friends are in a... He should be да мне наплевать на них. Arena at Spear Point as we speak. Да, ну что ж. Давай сразимся. Well, you might have a point there. I've seen you kill a small army's worth of people since this tournament began. I'll risk Magnus's ire. I doubt the champion will last long with you as an opponent, anyhow. Ага, зассал. Ублюдок. Там наших товарищей режут. Ну, как товарищей. Мы просто сражаемся вместе, и все. Gladiator, where have you been? Да отвали ты от меня, ну. Against the crows to the tune of 100,000 gold. Well, the champion. If someone were to, I don't. You better hurry down there now, if you. Where have you been? Where have you been, Glad? The champ forced your team into the arena so quickly that we didn't even have time to get an audience. Hurry, the crows are fighting for their lives down in the arena. The champions. I hope you remain. You better get in there, Gladiator. I wish you well in and out of the arena, Glad. Сейчас мы этих троллей просто на колбасу порубаем. Well, hello there. This is as far as you go. Двигайся. Force us. You're out of your league, Gladiator. You should. Мы прямо в уголок их зажали тогда. Неплохо получилось. Да блин, мешай второй. Почему на меня все агрятся? Блин, ну что такое? Так, против них все-таки контратака не сработает. Слишком здоровенные противники. Никак. Да блин, зажали меня теперь в уголок. Ну с одним будет легче. Survivors of that terrifying exhibition, the crows. What can the champion possibly muster to throw against them in the next match? Remain in your seats, Valor fans. Отлично. Теперь мы сразимся наконец-то с этим ублюдком, с чемпионом. Ну, я, конечно, понимаю, что бой будет наверняка очень сложный. Но, в принципе, я ожидал большей сложности. Мне в комментариях писали, что противники будут сложнее, чем все боссы, которых я встречал в игре. Ну, как бы, не слабые, да, противники были, но все же. Magnus threw everything but the sun and the moon at you, and you still made it through. You've amazed and delighted. No team of crows has ever come close to your success. You've done it! You're in the final match! This is it, Gladiator. You win. Head down to the pit when you're ready.
I hope you remain well, gladiator. Так, что мы получили? Получили что-то новое, нет? Вот, блин, только деньги. Сколько у нас денег вообще? Ух, почти миллион. Ну ничего себе. Какие мы крутые. Сейчас будет самый важный бой. Так, кого мы берем? Мы с тобой прошли через многое. Беру тебя. У меня заполнен режим возмездия. Даже не знаю, получится ли у нас с первого раза. Подозреваю, что это будет очень сложный бой. Где там этот долбанный мах, блин? Да отвали. Куча мала просто, пипец. О, иди сюда. Отлично. Ах, у меня палец устал просто. Есть, получилось. Контратака прошла. Причем даже нормально так прошло все. Не успел. Есть. Блин, поломались у нас. Стоп, а мы можем их отремонтировать сейчас? Потому что без кинжалов мы сейчас будем очень маленький урон, видимо, наносить. Расходные предметы. Нет, просто предметы. Отлично, даже так. А теперь ты узнаешь, что такое владение судьбой. Ух, жестоко как будет сейчас. Да свой приз я только что уже получил. Моим призом была месть этому ублюдку-чемпиону. Это и был мой приз. Так, давайте повысим уровень, хотя вообще нам это абсолютно бессмысленно. Что качать? Да, в принципе, без разницы. Куда угодно выкидываем очки. Мне интересно просто посмотреть теперь этот особняк. Подозреваю, что он будет наш.
Are you ready for another? You did it, Gladiator! The champion threw everything at you. Бесспорный чемпион. At least I think that's what that was. Jokal had this greatsword to give you as a final reward. He also mentioned he wanted to speak to you about managing the arena. And finally, here's the key to the champion's manor. Take a rest. Sit for a spell in the den. I'm sure that when you return, you'll find a new chap. Good luck in your future endeavors, champion. Но новые претенденты, я подозреваю, будут бесконечно там спавниться. То есть мы можем теперь сколько хотим зарабатывать там деньги, сражаться. Это будут родовые противники разнообразные, может даже животные, не знаю, там тролли всякие и так далее. Но это уже будет неинтересно, мы стали уже чемпионом, поэтому дальнейшее как бы не то. Теперь нам нужно, во-первых, где находится... В Притоне, наверное, это как его там? Джокли, Джокил какой-то, Джекил, доктор Джекил, мистер Хайд всякие там. Можно я станцую с тобой? Ох, 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 ох. Я вот так могу танцевать только. Ну да ладно. We're tournament champions. Ой, нет, не ты. But we can't all be you. Farewell, champion. Welcome to the gambling den. Шеф логова. Адриан Агни. Франц. Шеф притона. А где же этот? А где же этот, кто хотел с нами поговорить? Ага, вон, он стоит, ждет нас, чё? Нет, это этот ублюдок, который обосрался, когда я ему предложил сразиться. Ну ладно, идем тогда в поместье наше. Давайте посмотрим. Ух, большая такая прихожая, такой зал. Это мне нравится уже, такое я люблю. Камин здоровенный, круто. Полки с книгами есть, отлично. Второй этаж. Большая кровать, сундук, в общем. Опаньки, а нам здесь понакидали кучу всего, посмотрите. Нет, стоп, это то, что у нас есть уже. Давайте сейчас посмотрим, что это. А здесь у нас что-то есть. Это нам ничего не нужно. Польза джентльмена. Ну, это двуручный меч. Как выглядит, посмотрим. О, как круто. А что еще у нас там было? Срочка Кантигана. Неплохо. Лучше, чем у нас выглядит, пускай будет. Я не знаю, зачем я это делаю, ведь, в принципе, сейчас я закрою игру и все, и забуду о ней. Нет, это лучше. Стоп, а по-моему, что-то еще показывало. Ага, украшение. Это мы все видели, в принципе. Окей, что же нам нужно сделать? Он сказал отдохнуть. Ну, допустим, теперь мы найдем этого чувака, который хотел с нами поговорить. Просто хочу посмотреть, возможно, он нам даст еще что-то в качестве награды. Гладиатор, гладиатор. Что у торговцев здесь имеется? Hey there, stranger. Ничего хорошего. Так, ну все-таки. I'm counting the drinks before she falls over. Hell. Странно. Ну ладно, в принципе, нет так нет. Не знаю, где его искать.
У нас в заданиях оно отметилось или нет? Нет. Ну что ж, нет так нет, ну все, друзья, я думаю, на этом уже можно точно ставить окончательную точку. Игру мы прошли, оба дополнения мы прошли, и арену, как мне посоветовали в комментариях, я тоже прошел. Спасибо, кстати, за совет, было, в принципе, довольно-таки любопытно. В особенности я получил массу удовольствия в бою с чемпионом. Но я ожидал, что будет сложнее, мне говорили, что будут там сложные противники, сложнее, чем боссы, с которыми я сражался. Но, как вы видите, я все прошел с первого раза, то есть... Нормально, максимум у меня половину здоровья снимали. Ну да, несколько раз я использовал зелье, но все равно как бы это... С боссами со многими было намного сложнее. Так что спасибо, друзья, вам за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока.